Пальцеву, напоминаю, город Астрахань. Приглашаю его напарника, наперстника, товарища. Сокамерника. Сокамерника, как они выражаются, Олега Водовозова. Спустя 14 лет. Александр Сахнов, наш астраханский автор, любимый здесь и тоже бывавший на Грушинском фестивале. Астраханская такая песня про Уху и так далее. Ой, теперь меня надо потише, наверное. Вот это вот, да? Я это, да? А, понял. Так долго можно, как я понимаю. Накопаю червей дождевых, наловлю окуней полосатых, есть уху трех девчат боевых, посажу возле ног волосатых, а когда наедят сухи и напьются вишневой наливки, о любви я прочту им стихи, хи-хи-хи, а потом провожу до калитки, и они на меня поглядят, как на инока, как на святого, и попросятся быстро назад, чтоб наливки попробовать снова. Но, увы, не затем я ловил окуней полосатых и вишню, не затем для наливки давил, вил, 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 чтобы спаивать дев симпатичных. Я с цепи отпущу кобеля, чтобы девушки не докучали, что нужны вдохновения для, а не для суеты и печали. И усядусь за письменный стол и поймаю, как окуня в речке, еще неизреченный глагол, гол, 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 о любви непорочной и вечной. Вот еще другая песня тоже Александра Сахнова. Древний-древний, он даже сам ее уже не помнит. А, да, ну пусть будет это. Как был прекрасен самогон, в нем мягко плавал апельсин, и ваши пьяные глаза в ответ блестели. Пел о любви магнитофон, и я себя надеждой льстил, что оказался без пяти минут у двери. Пел о любви магнитофон, и я себя надеждой льстил, что оказался без пяти минут у цели. Вы были дивно хороши за гладью пьяного стола, и провожать меня, казалось, не хотели. Водя поля две души, казалось, мне судьба свела, и ангела магнитофоном овладели. Глобя поля две души, казалось, мне судьба свела, и ангела магнитофоном овладели. Но помутилось все вокруг, я оказался на земле, упав в ночи на кирпичи с велосипеда. Зачем же ваших нежных рук не распростерли вы ко мне? Зачем же вы не приголубили поэта? Зачем же ваших нежных рук не распростерли вы ко мне? Зачем же вы не приголубили поэта? Как был прекрасен самогон и этот пьяный апельсин, я вспоминаю, словно сон без окончания. Ах, этот взгляд прелестный ваш, он наповал меня сразил, но возвращусь к вам обязательно на чай я. Ах, этот взгляд прекрасный ваш, он наповал меня сразил, но возвращусь к вам обязательно на чай я.
лирика. Александр Вертинский. Гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы. Не заметили мы, как дорога крута, как гора высока, высока. Вот уже и морщинки застыли у рта, легкий иней коснулся виска. Где-нибудь у ручья мы устроим привал и промолвим песню споем. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться вдвоем. Александр Дольский. Кто знает, подпевайте. Мое лицо упало на пол, я весь рассыпался на счастье. Потом куда-то долго капал, все говорили, вот несчастье. Такой красивый был мужчина, не лысый и не бородатый. Так в чем, скажите мне, причина, что я укапал весь куда-то? А я все капал, капал, капал и растворялся понемножку. Потом росой ложился на пол, и изморозью на окошко. Но ты пришла и пальцем теплым, так неназойливо и мило, вдруг вывела на мокрых стеклах слова, а я тебя любила.